Как относитесь к разделению тарифов? Сейчас наличными будет дороже с ноября, карта дешевле. Ну, я пользуюсь наличными, поэтому, наверное, негативно. Это несправедливо выходит. Нормально, хорошо. Нормально? Мы в основном платим безналом. Все, в принципе, равно. Да, нейтрально отношусь к данному. Да, несправедливо. Потому что по 30 по транспортной карточке, а по банковской 32. Ну, хотя бы уравняли банковскую с транспортной на 30, и все. Конечно, не очень приятно. Но я, насколько знаю, еще больше хотели поднимать. Категорически плохо. Считаете, что обосновано повышение цен? Я не могу судить, наверное. Но если отталкиваться от стоимости бензина, да. Я считаю, что это логично. Цены растут, зарплаты тоже, поэтому... Зарплаты растут? Ну, у меня да. Мы из другого города, с маленького, у нас уже давно подняли, поэтому для нас... Да, даже больше, чем во Владивостоке. А можно уточнить, откуда и насколько у вас подняли? Там уже давно 30, там, с копейками, наверное, даже. Да я думаю, что обосновано, потому что сколько бензин-то сейчас стоит? Много стоит, так что обосновано. Повышать надо, но не так резко. Ну, я имею в виду, что вот на 2 рубля еще как-то можно, но не на 5, там, не на 7 рублей. Ну, судя по тому, какие у нас сейчас автобусы ходят, возможно, в какой-то степени оправдано. Ну, я лично за 30 рублей, не больше. Как будете с ноября платить? Банковские, транспортные, наличными? Я банковской картой. Потому что это очень удобно, она всегда под рукой, она всегда рядом. Картой? Как и был, как оплачивал, так и буду оплачивать. Только картой, всегда оплачиваю картой, потому что неудобно носить мелочь в кармане. Карта это суперудобная, буду платить картой. Ну, у меня есть банковская карта Приморья, я ветеран труда, буду ей как оплачивала, так и оплачивать. Банковской. Всегда пользуюсь банковской. Ну, конечно, буду безналом. Банковской только. То есть мне нет смысла покупать транспортную, потому что я не всегда на автобусе езжу. Ну, планирую вот карту приобрести, чтобы все-таки это дешевле было. Копейка рубль бережет.